Потому что он мне понравился с первого взгляда. Он был в серой футболке, и у него такая была мускулистость, ему мне понравилось. Так потому что Ваня мне первый не писал. Ну, я думал, она сама первая напишет мне. Ну, она расставила лайки мне первая. Я думал, напишет она тоже мне первая. Безумно можно быть первым. Я первый шаг сделал, все. Я ее забрал с дома. Ну, наверное, вот в машине-то я как раз-таки и подумала, что он такой прям должен быть мужественным. И повез к Макдональдсу. Так вот это вот мне в нем и понравилось. Фан-фан, мы там посидели, кофе попили, и все, и разъехались. Ну... Сюрприз! Она лев, да. С кошкой, наверное, какой-нибудь. Потому что он меня кисы называет, поэтому с кошкой по-любому. Он точно лев. 5 minutes later. Или какой-нибудь тигр. Тигр. 100%. Ну, я не знаю. Возможно, какой-нибудь медведь. Суровый. 100%. Ну, у меня домашние обязанности. Ну, у нас нет такого. У нас, в принципе, мы все поровну делаем. Кто-то там покушает, кто-то там полы помоет. Его обязанность — это раскидывать вещи периодически по квартире. Все поровну. И подумал, ну какой же я молодец. Когда я готовлю особенно, он подходит, обнимает меня сзади. Мне очень нравится. Она спит и бывает разговаривает, что какие-то там странные вещи там бывают. Я приехала. Яндекс.Такси. В нужное время, в нужном месте. Или все, выходи давай уже. И все, я утром ее спрашиваю, там, ты помнишь? Она говорит, я этого не помню, ничего. Но она вспыльчивая, она может там начать кричать ни из чего. Вот эта вот вспыльчивость очень сильно меня раздражает. Просто там взорвется как-нибудь, и буквально там 5 минут пройдет, она это как ни в чем не бывало себя ведет дальше. Ваня. Да я уже к этому привык, в принципе, и я могу понять то, что через 5 минут, как ни в чем не бывало, будет так же ходить улыбаться и... Не знаю, вот... Самый синий будет Богдан. 100%. Даже не надо об этом разговаривать. Для меня любовь — это проводить время вместе и с пользой, и чтобы друг другу это нравилось, и получали кайф друг от друга. Это прям спектр чувств, который ты испытываешь к определенному человеку, и только к нему, и больше никому. То есть ты хочешь с ним гулять, отдыхать, проводить время вместе. Я не знаю, все делать только с этим человеком. Вот это любовь. Ален, предложение для тебя было сделано не так, как ты думаешь. Оно было намного сложнее. Даже банально провести кольцо, чтобы ты этого не заметила, это было не так просто. Также хранить его дома, потому что оно было куплено до путевок, это еще примерно там месяца за полтора. Вот. Предложение было сделано в красивом месте, я считаю, в хорошее время. Вот. Я хочу, чтобы мы с тобой изъездили много стран, потому что нам это с тобой нравится. Наступим еще не на одного ежа с тобой. В общем, Алена, я тебя люблю. Дорогой мой Ванечка, я безумно благодарна тому дню, когда мы с тобой встретились, когда ты меня позвал на кофе у Макдональдса, у Фанфана. Спасибо тебе огромное за то, что ты появился в моей жизни. Мне абсолютно не важно, это Доминикана или это кофе у Фанфана, где мы сидели с тобой в машине почти 4 часа и разговаривали обо всем. Спасибо, что ты есть. Я люблю тебя.